И если хочешь ты твори частицу, ты себя готов вложить свою работу, это криминарт. Нарисуй меня. Да, может как-нибудь. Нарисуй меня. Ага, чуть позже. Нарисуй меня. Ладно, сейчас нарисую. Садись. Да, знаешь, мне хотелось бы... Молчать! Художник, за работой. Ну, скоро там! Еще пара движений и... Подходи! Ну и что это? Современное искусство. Не видишь? Пик моды. Абстракционизм называется. Никто не ценит таланты. Чарли! Чарли! Сюда идет полиция! Не знаю, как они меня нашли, но они уже рядом. Ну, я даже не знаю, где тебя спрятать. Здесь только одна комната и... Быстрее, черт возьми! Раздевайся. Что? Раздевайся, это мой план! И это снимай. Что? И трусы? Все снимай! Только попробуй облажаться. Полиция, всем руки вверх! Мы ищем криминального босса мафиози, так называемого Рикардо де Карли. Ничего не знаю, я простой художник. А это что? А, это моя новая скульптура. Маленькие формы. Как раз в духе греческого классицизма. Что ж, извините за беспокойство. Мы ничего тут не нашли. Маленькие формы? Я покажу им маленькие формы! Спокойно. Тебя ведь не нашли? И это главное. Меня часто спрашивают. Рикардо, каково это жить с художником? Ну, довольно сложно, должен сказать. Я здесь только потому, что наш лофт располагается в тихом районе, и сюда редко заглядывает патруль. Да и сам Чарли зарекомендовал себя как скандальный персонаж с неординарными выходками, что, как ни парадоксально, наоборот, отводит от этого места все подозрения. Но все же, говоря о минусах... Хаос! Здесь краска, здесь вода для кисточек, здесь лак. У нас вообще есть еда в доме! Можешь съесть те фрукты для натюрморта трехнедельной давности. Сделаю себе лучше кофе. Это краска, это лак, это вода для кисточек. Критика! Слушай, оцени мою картину. Я знаю, что она не идеальна, поэтому мне нужен трезвый взгляд, чтобы исправить недостатки. Не скупись на критику. Все хорошо, но тут тень неправильно падает. Что? Да как ты можешь так издеваться над кропотливым трудом художника? Ты ничего не понимаешь, мы с чего-то начинали. В этой сфере все! Я рисовал очень много копий за несколько миллионов долларов! Безумие! Что такое? Чарли, сейчас 3 часа ночи! Чего он думал? Идеи! Вдохновение! Вдохновение, да, Карли! Взрывы! Что такое? Нас нашли враги! Моя новая картина завершена. Назову ее «Экономический бум». Помнишь, ты просил меня тебя нарисовать? Ну? Услуга за услугу. На что ты намекаешь? Возьми меня на задание! Что? Возьми! Исключено! Ну возьми! Нет! Ну возьми! Нет, ну нет, возьми! Нет, возьми! Нет, 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 возьми, нет, возьми, нет, возьми, нет, возьми, нет, возьми, нет, возьми, нет, возьми. Нет! Ну что тебе? Нет! Значит, надо действовать по-другому. Мне кажется, я оглох на левое ухо. Господа, я не зря перенес наш план подальше от штаб-квартиры в целях особой секретности. Сегодня, наконец, время сорвать куш и... Чарли! Чего? Продолжать, мне же интересно. Иди прогуляйся.
Так вот, о чем это я? Мы не можем так рисковать. Рисовать? Чарли! Зачем нужен этот тип здесь? И кто это вообще? Поверь, у меня не было выбора. Квартира этого парня лучше убежище от легавых, с ним лучше считаться. Хоть он и кажется слегка чудаковатым. Это был дерзкий куш. Подкупив ряд охранных агентств и коммунальных предприятий, мы на одну ночь обезвредили все системы безопасности в городских банках. Планировалось ограбить целый ряд точек, которые мы предварительно отметили на карте. И со всей этой добычей, разумеется, надолго залечь на дно. Отлично сработано! Валим! Как вы это сделали? План был идеален! Все банки были разных компаний! Мы действовали хаотично и... Да ну! Хаотично! Посмотрите, во что сложилась общая картина ваших ограблений! А? Нам было достаточно проследовать по этой карте. Это ж надо было выстроить свой план в виде большого кофе-чайника. Тут мы вас и застали! А? Чарли! Прекрасен вечерний Нью-Йорк. А теперь, пока Рикардо отбывает срок на холодной койке в одиночной камере, Чарли познакомит вас с основными направлениями в искусстве. Кубизм, футуризм, примитивизм, артицизм, модернизм, дадаизм. Парижская школа, стрит-артный опоп, синтеизм, экзистенциализм. Экспрессионизм, сецессионизм, кинетизм, поп-арт, соцреализм. Баухаус, ташизм, лучист, символизм, поп-арт, ландарт и супрематизм. Сколько стилей на свете и школ рисования, послушай его резюме. Годы прогресса, развития, стресса, спою, пока друг твой в тюрьме. Концептуализм, минимализм, перформанс, арфизм, классицизм. Конструктивизм, постмодернизм, видеоартреализм. Искусство конкретное, информализм, повис, постапрессионизм. Прецессионизм, фотореализм, перформанс, неопластицизм. Столько стилей на свете и школ рисования, и все нам уж точно не счесть. Прирапа, элиты, фэмизм, арты, повера и Фуксус, артеко, романтика, готика, нео, парного, рококо, басимпитар, кузверизм, японизм. Отличная работа. Звоню агенту.